Ребята, добрый день. Вы там что там уже про меня забыли, наверное? В общем, это, знаете, что, блин, прихватило мне спину, тут уколы, не уколы, в общем, неделю от дома, блин. Думаю, не, это дело все не пойдет. Я ж тогда снял, помните, делал я круиз-контроль ручной. Вот мне его, я тогда снял же его, когда переделал, то мотор другой поставил. В общем, думаю, не. Ехал с Симферополя, левой ногой газовал и тормозил, в общем, на одной булке ехал, в общем, думаю, это херня, ребята, полная. Надо, в общем, это дело восстановить. И так вот сейчас начал шевелиться. Жара у нас. Это просто задница, ребята. На понедельник вообще 40 передают в тени. А сейчас 38. Ну, а на солнце получается полтинник смело. Вот. Сейчас покажу, что я сейчас начал тут фантазировать. Думаю, ту конструкцию немножко она мне там не нравилась. Она перекашивалась. Хочу немножко сделать по-человечье. В общем, вышел тут. Что я, в общем, сделал? Нашел старый вот такой. Сейчас вам покажу. Нашел вот такой старый этот шток. О, Hyundai, блядь. Ёпсу, дай, блядь. Вот. Нашел старый шток. От него отшмандярил вот эту вот такую вот хрень. То есть, ну, помните, у меня была просто тут трубка. Ну, она где-то сюда, где-то упала, блин, я ее отрезал. Где она делась, не знаю. В общем, тут у меня была трубка. Ну, соответственно, она была разрезанная вот так. В ней входил болт. Здесь стояла втулка. Это я выкручивал, когда втулка ушлепалась. И когда ты газу даешь, у нее, получается, перекос идет, и она на излом. Ну, в общем, мне не нравится. Она работала, все, ну, не то кино, в общем. Я сейчас что хочу сделать? Хочу вставить вот эту хрень вот в ту родную трубку, которая была. Вот же у меня вот это продолжение педали. Вот, сейчас я ее вставляю сюда. Вот, мне ее надо зафиксировать. Потом нашел петлю. Я не знаю, с чего это. Ну, Hyundai, наверное, Синемаркис какой-то. В общем, вот эту хрень надо будет обрезать, нарезать на ней резьбу и прикрутить. И она будет вот так вот уже на ней как бы работать. Но это уже более профессионально, не то, что там залипуха. В общем, такой я вам сейчас видосик запилю коротенький, чтобы вы не скучали. Что, ребята, в общем, трубку эту я еле забил, в тиски зажал, забил сюда. Блин, ее можно и не фиксировать было. Но я на всякий случай зафиксирую. Вот эта трубка нержавейка. Сейчас просверил здесь отверстие. Вытащил шплинт. Да обычный он с этого, блин. Поняли, с такого мощного. Сейчас я его сюда засандалю. Зашплинтую, блин. Это так, на всякий случай. Все, приготовил второй узел. Вытащил новую вот эту фигнюшку. Сейчас на педаль ее надо засадить. Вот такой вот. Там трубочка стоит внутри. Вот, вырез там, чтобы она не гремела, не стучала. В общем, там трубочка, хребочка, в общем, иду сейчас устанавливать. В общем, ребята, прикинул я, что без нее уже это полная херня. Вот просто, блин. Ну, в общем, трубку я вот смотрите, как сделал. Показывал, не показывал, забыл уже. В общем, смотрите. А, за счет того, что здесь она выше поднялась. У меня она была ниже. И была сверху. Вообще неудобно, ничего. Сейчас вот будет ничтяк. Вот, сейчас мне надо вымерять. Сейчас мне надо, ребята, вымерить высоту. Вот этого рычажка. Взять штангелек. Сколько у нас тут получается? Насколько мне надо трубку обрезать? В общем, сейчас померю, скажу вам тогда. В общем, померил я, ребят, 3 сантиметра надо мне вот эту трубку ошмандярить. Она будет ничтяк. Так, пошел я ее отрежу. В общем, ошмандярил я ее, ребят. Что-то где-то типа так.
Ну, так. Ну, все это мы сейчас приготовили, да? Так, теперь идем. Сейчас я вам покажу, что мне там дальше надо сделать. Вот. Сейчас. Там у нас отверстие на 10. Так, отверстие, ребята, на 10. Теперь надо сейчас вот этот писюнок отшмандярить. Вот этот вот. Проточить, нарезать резьбу на нем. И все, как бы. И будет ништяк. Так, отшмандярил я эту хрень. Вот. В общем, на 10 сейчас нарезать резьбу. Блин, проточить, нарезать резьбу. Здесь на 10 надо. И все. Блин, жара вообще, я не знаю, сколько градусов. Очень жарко. В общем, пилим пока. Ну все, ребятки, нарезал резьбу. Так. Ну что, под ключик надо бахнуть, да? Начнешь закручивать. Ее ж как-то придержать надо. Сейчас сделаем. Ну что, вот так вот я сделал. Видите, ключ на 13. Ну, чтобы она ж круглая, чтобы можно было ее держать. Все, пойду ее сейчас поставлю. Смажу и посмотрим, что там. Ну все, защелкнул я эту хрень, блядь. Так это получилось. Оп. 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 Заведем, посмотрим. Ну и все, ребята. Посмотрим, сколько там. Ой, хватит. Я думаю, хватит. Я думаю, ребята, хватит. Но. Ну и все. Пойдет. Аккуратненько. Аккуратненько, нормально. Все ништяк. Ну все, позабавил вас видосами. Вот, позабавил вас видосами хоть какие-нибудь. Чтоб вам скучно это не было. Давайте, ребята, до новых встреч.